Сегодня исполняется 25 лет мировому рекорду летчика Виктора Пугачева. В этот день испытатель самолетов Су-27 поднялся на высоту 3000 метров за 25 небольшим секунд. Повторить это никто не смог до сих пор. Всего Виктор Пугачев установил 13 рекордов. Его именем даже названа одна из фигур высшего пилотажа – «Кобра Пугачева». Это когда самолет резко задирает нос, практически опрокидывается назад, но при этом сохраняет прежнее направление полета.